Какая мебель! Ура! Мы все целы и невредимы! Кроме меня. Моя солома разлетелась. Зато голова на месте. Верно. И мне в нее пришла идея. Набейте меня этими зелеными листочками. Гениально! Это напоминает мне листья вечно зеленого дерева Веникус зеленикус. Это деньги. Деньги? Никогда не слыхал. А ты не мог этого слышать, потому что живешь в стране ос. А вот у нас в Канзасе это самая большая ценность. Но откуда здесь это? Вообще-то, это мне напоминает воронье гнездо. Не воронье, а ворочье. Ворочье – это помесь, или, научно выражаясь, гибрид ворон и сорок, только сильно увеличенный. Промышляют грабежом и разбоем. Теперь я стану самым богатым в стране ос. Даже во всем мире. Что это с ним? Слушай, а эти деньги не вредные? Не знаю, но мой дядя Генри частенько говорил, что деньги портят человека. Да с моим богатством я сам смогу победить всех врагов. Глупый страшила, в волшебной стране Оз деньги не имеют цены. Здесь ценятся хорошие мозги, которые у тебя, кажется, пропали. Как пропали? Простите, я был набитым дураком. Рита, Линда, вытрясите как следует его величество и набейте новой соломой.